работа петербургского метрополитена и московского вокзала сегодня вечером была парализована. Неизвестный сообщил в полицию о заложенных бомбах. Станции проверяли, сотрудники правоохранительных органов входы и выходы закрывали, а поезда в метро проезжали без остановки. К счастью, ничего опасного найдено не было, а вот шутника ищут. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.